Другим темам. Уже почти месяц продолжается работа по тушению полигона твердых бытовых отходов в Северодвинске. Еще в начале августа обильный выход дыма заметили жители города Корабелов. Тогда площадь возгорания специалисты оценивали в 1600 квадратных метров. Сегодня ситуация с горением улучшается, но не намного. Ведется постоянный контроль со стороны пожарных. На прошлой неделе завезено несколько тысяч кубометров земли. Сильное задымление ликвидировано. Само по себе возгорание локализовано. К сожалению, еще до конца работа не закончена. Но я думаю, что на этой неделе и в начале следующей мы прекратим выходы дыма, горения. Дождь совсем не помогает тушению, а только размывает подъездные пути. Работает техника, несколько бульдозеров, самосвалов и экскаваторов. Правда, заизолировать необходимо площадь в 10 раз больше сегодняшнего объема. Для этого завезут еще порядка 12 тысяч кубометров земли.